Всем приветики! Сегодня я хочу обратиться с просьбой, потому что я знаю, что, конечно, немного, но смотрят меня люди из Сан-Диего. И недавно приехали новоприбывшие, да, и они сейчас в активном поиске работы. С работой, как мы знаем, все не очень. Поэтому все, кто знает какую-либо информацию по поводу работы, где можно найти, где можно пристроиться, нужна работа как и мужская, так и женская. Ну, больше акцент сейчас, конечно, на женскую работу. Если кто-то что-то знает, напишите под видео, может быть, те, кто под видео не хотят писать, напишите в социальных сетях где-нибудь какую-нибудь информацию, я передам, потому что люди приехали и в таком немножко стопоре, что с работой как бы не очень. Вот, всем спасибо, надеюсь, что кто-нибудь откликнется и поможет. Всем пока-пока!